Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Гороскоп знака зодиака Водолей на май 2020 года пророчит очень интересный, но неоднозначный месяц. Перемены возможны во всех сферах жизнедеятельности, а хорошими или плохими они будут, во многом зависит только от вас. Благоприятными днями будут 5, 13, 24 и 28 мая. Неблагоприятными – 7, 11 и 25. Советы астрологов. В конце месяца астрологи настоятельно рекомендуют направить все силы на решение бытовых вопросов и на реализацию важных проектов. В случае нехватки денежных средств не стесняйтесь взять их в долг у близких. Ни в коем случае нельзя лениться и расслабляться, поскольку можно упустить множество перспектив. Для бизнесменов и предпринимателей май пройдет довольно напряженно. Далеко не все задуманное удастся реализовать. Зато в карьере водолеев, связанных с творчеством, наметится значительный прогресс. В этом месяце будьте готовы столкнуться с неожиданно возникшими и весьма неоднозначными вопросами, на которые найти ответы весьма затруднительно. Воспользуйтесь своим аналитическим умом и смекалкой для того, чтобы быстрее найти необходимые пути их решения. Не забудьте уделить пристальное внимание личной жизни. Май может стать решающим моментом для многих представителей этого знака зодиака. Кого-то ждет веселая свадьба, а кто-то окажется в шаге от развода, если будет бездействовать и дальше. Работа и карьера. Трудовой гороскоп знака зодиака Водолей на май 2020 года предрекает не совсем простую ситуацию в профессиональной деятельности и карьере. Вам покажется, что вы уже полностью исчерпали свой потенциал в работе, из-за чего путь к профессиональным целям перекроет различные преграды и тупиковые ситуации, из которых вам предстоит выбраться. Безусловно, сделать это в одиночку крайне сложно, но проявив максимум упорства, уверенности, оптимизма и трудолюбия, вы со всем справитесь. Не отказывайтесь от любой возможности обучиться чему-то новому, обменяться профессиональным опытом со знающими людьми. Набирайтесь вдохновения и позитива для дальнейших достижений в профессии. Ближе к концу месяца будьте готовы отправиться в командировку. Она пройдет очень качественно и может принести вам интересное и выгодное предложение о сотрудничестве на очень выгодных условиях. Проявите инициативу и не упустите свой шанс качественно изменить свою жизнь. Финансы. Финансовый гороскоп знака зодиака Водолей на май 2020 года пророчит достаточно стабильное и благополучное материальное положение. Самый высокий доход в этом месяце, скорее всего, получат водолеи творческих профессий за реализацию интересных творческих проектов. Будьте готовы к тому, что могут возникнуть проблемы, связанные с процессом продажи недвижимости. Старайтесь решить эти проблемы как можно быстрее, иначе отношения с близкими могут от этого пострадать. В мае вас может ждать радостный сюрприз на работе в виде премии. Эти дополнительные деньги идеально впишутся в ваши ближайшие планы, связанные с организацией отпуска. Значительный расход денежных средств будет связан с повзрослевшими детьми и с их образованием. Семья, любовь и отношения. Любовный гороскоп знака зодиака Водолей на май 2020 года настоятельно рекомендует вплотную заняться решением проблем, связанных с личной жизнью и отношениями с партнером. Особенно остро эта проблема касается семейных водолеев, у которых брак уже трещит по швам. Имейте смелость признаться в том, что во многом вы виноваты сами, поскольку вы слишком много времени уделяли работе и развлечениям. Нужно срочно налаживать отношения, пока эта размолвка не закончилась разводом. Ничто не сближает супругов больше, чем какая-то совместная проблема или общее дело. Этот месяц – идеальное время для того, чтобы завершить давно начатый ремонт, обновить интерьер или привести в порядок дачный участок. Деньги на это отложены давно, так что можно смело браться за эти бытовые вопросы. Влюбленным представителям знака зодиака Водолей пришло время определиться, каким будет продолжение романтических отношений. Возможно, уже пришло время узаконить их. Тем более май отлично подходит как для свадьбы, так и для венчания.
Одинокий водолей имеет все шансы на невероятную и очень интересную встречу с избранником мечты. Вы сможете сделать для себя своеобразное открытие, из которого вы поймете, что ваша главная причина прежнего одиночества заключалась в том, что своего человека вы раньше просто не встречали. Теперь же личная жизнь поменяет свое направление в положительную сторону. Вполне возможно, что одиноких подопечных знака зодиака Водолей в мае ожидает приятный сюрприз в виде удивительной встречи со второй половинкой, которая появится совершенно внезапно. Но не стоит идеализировать своего избранника, чтобы не требовать от него невозможного. Помните, что в отношениях с любимым человеком лояльность и снисходительность – это важные и ценные качества, значительно укрепляющие отношения. Здоровье. Гороскоп знака зодиака Водолей на май 2020 года предрекает некоторые проблемы со здоровьем. Скорее всего, ухудшение самочувствия будет связано с постоянной нервотрепкой и переутомлением. Думайте о приятном, держите свои эмоции под контролем, чтобы не проявлять агрессию по отношению к близким. Наравне с психологическим оздоровлением, не забывайте о физическом состоянии. Медитация, закаливание, полноценный отдых и занятия спортом помогут вам быстрее прийти в норму. Для собственного успокоения пройдите полное обследование, чтобы избежать обострения хронических заболеваний. Необходимо также определить точную причину ваших частых простуд и вплотную заняться укреплением иммунитета. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на MDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!